Сотрудники полиции и МЧС сняли с балкона четвертого этажа 5-летнюю девочку, которая сутки оставалась в квартире одна и голодная. Вчера вечером в дежурную часть полиции позвонил бдительный гражданин, который сообщил, что на балконе на четвертом этаже долгое время стоит одна маленькая девочка. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что дверь в квартиру заперта. Тогда они вызвали сотрудников МЧС, по выдвижной лестнице забрались на балкон и вызволили ребенка. Девочка рассказала, что очень хочет есть и давно находится одна. Взрослых дома не оказалось. Как выяснили полицейские, накануне вечером мать ушла из дома, заперев за собой дверь и оставив ребенка в одиночестве, говорится в сообщении. Более того, ранее мать девочки уже попадала в поле зрения полиции. Проверка в отношении женщины уже проводится.